Здорово, мужик. Ты просил меня показать тебе видео с отказами. Вот я показываю тебе видео с отказами. Еще раз говорю, что меня также сливают, мне также могут отказать. Я также могу кому-то не понравиться, и это нормально. Ты никогда не будешь нравиться всем. В отличие от тебя, я свои эти страхи отказа проработал, и практически меня это не задевает, даже если меня 10 раз пошлют. А такое бывает, поверь мне, когда особенно снимаем видео, подхожу к девушкам, и вот 5, 7, 8 раз могут отказать, не дать телефон, слить, сказать, что парень и так далее, даже не остановиться. Но я знаю, что с этим делать, и меня это не останавливает. Я хочу научить этому тебя. Я хочу, чтобы тебя отказы девушек не останавливали, даже самые жесткие. Поэтому 20 апреля я приглашаю тебя на мой онлайн-тренинг, который стартует именно 20 числа. Там будет специальный блок, выделенный тому, как обрабатывать отказы, как переваривать их, как мотивировать себя действовать после этого дальше. Все, что касается страха подхода и страха отказа, будет в этом тренинге. Старт продаж 15 число утро, закрытие продаж 16 число вечер. То есть у тебя есть только 2 дня, чтобы попасть на этот тренинг. Цена невероятно халявная, 5000 рублей вместо 15. Почему я это делаю, я еще раз повторяю, потому что мне сейчас к весне очень хочется научить как можно больше людей, которые находятся где-то в России, в СНГ, в маленьких городках, и чтобы они могли себе это позволить по деньгам. Ребята, я искренне хочу вам помочь. Такая цена халявная в следующий раз будет, ну, не раньше, чем, наверное, в декабре 2015 года или начале 2016. В связи с этим хочу тебе сказать, что у тебя есть все шансы просрать очередное лето, очередную весну, когда все девушки оголятся, будут красивые, голые, сексуальные. И если это будешь не ты, я имею в виду заниматься с ними сексом или устраивать какие-то отношения, то поверь мне, красивые девушки одни не останутся. Значит, это будет кто-то другой. И чтобы так не произошло, я жду тебя на своем онлайн-тренинге, который стартует 20 числа. Самый эффективный в России онлайн-тренинг от Владимира Шамшурина. Увидимся. А ты ждешь кого-то? Ну я подошел, а ты уходишь, но ты же воспитанная девушка. Что? Ну, я думаю, что я еще ничего не предложил, уже столько всего, я уезжаю, я там лесбиянка, я не знаю, я там не люблю рыжих, куда ты бежишь? Я бегу на парковку, я стою еще парковку. А ты можешь уделить мне 2 секунды своего драгоценного? А что такое? Что? Да я не знакомлюсь с тобой, куда ты бежишь, ты куда? Может, мне что-то спросить надо или что? А что за категоричность такая? А где воспитание, я не знаю. Привет. Привет. Слушай, а можешь отвлечься буквально на секундочку? Это очень важно. А что там, любимый молодой человек? Блин, что ж такое? Ну, всего хорошего. Ему большой привет. Скажи, что ты у него интересная, симпатичная, ну, внешняя, в таком случае. Пожалуйста. Привет. Ты так запаковалась в свой капюшон, что... А можешь притормозить на секунду? Ну что все бегут куда-то в этом городе? Ну спеши дальше, блин.